полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 60% белорусов. Снижается нагрузка на медработников инфекционной зоны. За минувшие сутки с коронавирусом зарегистрированы 294 пациента. Бустерную прививку сделали почти 7% населения. В Беларуси создали госкомиссию для контроля за проведением вступительных испытаний. Основные задачи – предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении в вузы, контроль за подготовкой и ходом централизованного тестирования. БелЖД в 2022-м перевезла свыше 12 миллионов пассажиров. Поездами бизнес-класса воспользовались 1 700 000 человек. Выбор в пользу эконома делали в 5 раз чаще. Перевозчик, напомним, организовал возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи и Туапсе. В Беларуси пройдет республиканский субботник. Особое внимание 16 апреля уделяют озеленению городов. В прошлом году в экодвижении приняли участие свыше 2 миллионов человек. Собранные деньги, а это более 9 миллионов рублей, направили на благоустройство населенных пунктов и оснащение клиник. В Бобруйске задержанный совершеннолетний наркокурьер. 17-летний житель попал в поле зрения правоохранителей, когда искал тайник с закладкой. При себе у него обнаружили мефедрон. Известно, что 2 месяца назад парня отчислили из колледжа за неуспеваемость и прогулы. Ранее он был судим за хулиганство.